Вот так красиво цветут тюльпаны в сквере на улице Кисаева, новый сквер. Как всегда, чтобы что-то построить, вырубают кучу-кучу зелени. И здесь оставили редкие-прередкие деревьица. Все было в деревьях, и вот такие широченные, чтобы кататься, видимо, чтобы гулять. Тротуары. И вот тюльпаны, сейчас еще Никитский ботанический сад завлекает своими тюльпанами. Ну, скорее всего, они выглядят так же, как здесь. Не знаю, правда, я не ездила. Я там бываю где-то в середине июля, я не попадаю на тюльпаны, не попадаю. И на эти хризантемы тоже осенью уже не попадаю.